Мы сегодня предоставим вам площадочку, чтобы каждый высказался и у кого что-то есть, пожелание. Предоставление грантов и субсидий, правильная организация сбора денежных средств на лечение больных, грамотное создание благотворительных фондов. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании дискуссионного клуба по совершенствованию законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций. Замечательное мероприятие, которое давно ждали, потому что очень важна в наш момент, ну, в данный момент, поддержка НКО и вообще некоммерческих организаций. Главная задача проекта – создание площадки для выработки рекомендаций, предложений и социальных инициатив от неравнодушных жителей округа. Последний раз изменения вносились в 2020 году кое-какие, а так закон принял очень давно. И поэтому я считаю, что каждый законодательный акт со временем нужно подстраивать под жизнь. В мероприятии приняли участие депутаты-единороссы, члены общественной палаты, ветеранских и общественных организаций, руководители НКО, правовые специалисты, волонтеры, а также представители национальных диаспор. Наша организация тоже некоммерческая, хотя она религиозная. Порой бывает такое, что сталкиваемся с кое-какими трудностями, бывают предложения. И сегодня в связи с этим сторонниками «Единой России» мы были приглашены и хотим тоже внести определенные свои предложения. На все вопросы, интересующие собравшихся, отвечала председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Подмосковья Мария Большакова. Сразу оговорю, грантополучатель и грантодатель – это люди, которые находятся в Адалоповске. В ходе дискуссии обменялись различными мнениями и взглядами на то, какие поправки вносить в закон и как эффективнее взаимодействовать с уже утвержденными правилами. Есть проблемы, но я бы не сказала, что прямо надо менять законодательство. Работать надо, реализовывать надо то, что есть. Есть закон, правильно его реализовывать. И вот за это мы и боремся. Председатель Одинцовского совета сторонников партии «Единая Россия» Надежда Дмитриева сообщила, что лучшие предложения по совершенствованию законодательства в сфере социально ориентированных НКО будут внесены в свод предложений и переданы для принятия решений по данному проекту. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».